в нашем следующем эфире. Максим Невраев и Валерий Багринцев. Отец и отчим 12-летней Алены Невраевой. Когда полгода назад в автокатастрофе по вине Валерия погибла мать Алены Татьяна, мужчина остался единственной опорой девочки. Он растил ребенка с 4 лет и убежден, что сейчас воспитание дочери – это только его право и обязанность. Алена – это моя дочь. Я ее воспитывал, я ее люблю. Я другой жизни не представляю без нее, как если у меня ее отберут. Это моя кровь, я считаю. Однако сразу после трагедии о своих правах на дочь заявил и биологический отец Алены, Максим Невраев, который уверен, что отчим хочет воспитывать его дочь только из-за желания уйти от уголовной ответственности за аварию. Мой ребенок с чужим мужиком проживать не будет. Это факт. Я сделаю все, я добьюсь. Чего бы мне это ни стоило. В нашем следующем эфире. Почему родной отец не может добиться возвращения дочери? И зачем нужен чужой по крови ребенок отчиму? Все стороны этой запутанной истории впервые встретятся у нас в студии.